Nimeni nu se aștepta că va cuceri medalia de aur, dar ea s-a întors în postură de campioană olimpică printre tineret. Tatiana Salcuțan a scris istoria la Buenos Aires. O salut pe notătoarea Tatiana Salcuțan și pe antrenorul lotului de natație, Evgeni Karabetski. Dobrý večer! Dobrý večer! Tatiana, много поздравлений ты получила после, как стала олимпийской чемпионкой? Ну да, достаточно много. Расскажи про твой золотой заплыв, потому что, говорил, для многих стал сюрприз. Ну, мы готовились к этим соревнованиям. Именно к этим началась подготовка в августе. А так, в принципе, я готовилась к ним, можно сказать, всю свою жизнь. Так что мы шли к этому и пытались сделать все, что возможно и невозможно. Да, в этом году ты стала призером на чемпионате Европы. Также в этом году ты выиграла две бронзовые медали на одном этапе Кубка мира. Сколько усилий понадобилось для достижения этих результатов? Ну, это долгие годы тренировок, постоянные тренировки, очень длительный процесс. И, ну, благодаря этому тренировке и упорству мы добились такого результата. А ты родилась в Тирасполе, уже плаваешь уже 10 лет. Почему выбрала этот вид спорта? Ну, во втором классе нас выделили на оздоровительные занятия. И получается, там тех детей, у которых получалось плавать, их отбирали в спортивную группу. И меня отобрали, и я так начала плавать. Уже плаваю 10 лет. Ты практически пробилась в Токио. Сейчас больше ты мотивирована, чтобы работать, чтобы добиться и там хорошего результата, принести сюрприз? Ну, это самая основная цель всей, можно сказать так, всего этого процесса. Так что да, мы готовимся к этому, будем стараться сделать все возможное, максимально хороший результат показать. Да, думаю, мотивировано. И читала на одном сайте, что твой герой Александр Карелин. Почему? Ну, я смотрела фильм про него, также много интервью, и есть такая фраза, говорят, что он непобедимый. Ну, не знаю, мне вот нравится. Да, только в конце он проиграл. Ну, это была ошибка судей, скорее всего, как бы, но некоторые считают, что он непобедим. На одной из наших передач была Татьяна Кишка. Она рассказала, что ее целью является участие на третьей Олимпиаде. Ты когда-нибудь думала, сколько хочешь выступить на международной арене? Ну, пока что есть единственная цель – это попасть хотя бы на первую взрослую Олимпиаду. А дальше как получится, в плане того, что получится, будем выступать, как, ну, пока будет идти. Понятно. Господин Карабетский, удивило ли вас, что Татьяна Салкуцан стала олимпийской чемпионкой? То, что она стала олимпийской чемпионкой, конечно, меня это удивило. Так как мы планировали медаль, ну, как бы до золота я не думал. Почему? Слишком сильные соперницы были. Девочки, находящиеся в взрослом мировом рейтинге, в первой пятерке, несколько человек. Но очень сложно было просчитать. Как бы еще третье, четвертое место можно было где-то вот прогнозировать, следя за тем, как, в каком состоянии находится ее соперница. Но то, что она выиграет, нет, я не думаю. И как получилось? Таня уже сказала. Многолетними тренировками, упорством, значит, что-то делали, делали правильно. Да, зачастую сомневались, были периоды. Но она все расставляла это в свои места. Плюс, конечно, очень сильная поддержка со стороны федерации, которая поверила, которую мы еще где-то год назад мы разговаривали с президентом Александром Валерьевичем Горячевым, когда после ее, я считаю, успешного выступления на молодежном чемпионате мира, она была седьмая в финале, я сказал: Александр Валерьевич, а если будет медаль, ты поможешь, если я пообещаю медаль хорошей подготовки? Вопросов мне не было с подготовкой. Мне поверили, а то не сделал. А скажите другое. Как вы знаете, в нашей стране не развита инфраструктура. Если не было стандартного бассейна в Тирасполе,
этот успех был возможен? Ну, давайте так говорить. Конечно, если есть 50-метровые бассейны, добиться каких-то результатов может быть где-то проще. Так как больше людей ходит, так есть возможность постоянно тренироваться. Но, может, повторюсь, как поддержка федерации, мы поняли одно, что желание, совместное желание, оно может побороть всякие минусы, которые присутствуют в подготовке. Тот же бассейн 25-метровый, где-то в начальных периодах подготовки он тоже необходим, где идет основной моменты направленной работы на суше. Вода идет уже как бы вторично. А когда вот переходить уже нужно было на большой бассейн, у нас хорошие связи с белорусами были. Мы очень часто ездили туда. В этом году были и в Болгарии, были и в Румынии. Вот особенно Олимпийский комитет тоже нам помог с подготовкой в Румынии. На их базе Олимпийской. Тоже великолепный бассейн. Не ощущал я, в принципе, разница, есть бассейн, нет бассейна. Главное, это если люди собираются вместе и идут к одной цели. Можно все сделать. Да, и следующая цель является участие на Олимпийские игры в Токио. Ну, как я говорил, Таня, есть большие шансы там выступить. И наступает важный этап подготовки. Будете ли вы атаковать медаль в Токио? Мы будем стремиться к высокому результату. А сказать, чтобы атаковать, это взять на себя очень большие обязательства. Такую тяжесть, например, после юношеских Олимпийских игр мне сложно сказать взять. Но все будет зависеть от того, как Таня вот последующие 2 года будет реагировать на тренировочный процесс. Мы ставим цель чуть-чуть поменьше. Например, успешное выступление, хорошее выступление на Универсиаде следующего года. Вот, и выполнение там олимпийского норматива. Вот если мы эту цель добьемся, вот тогда можно говорить дальше. Более так серьезно и более прогрессивно. Сколько квот для пловцов вы ожидаете на Олимпийские игры в Токио? Тут сложно, честно говоря. Но думаю, до 3 человек. Это было бы просто шикарно. И последний вопрос. Какие планы на ближайшее будущее для нашей команды? Ближайшее будущее, это вот у нас месяц-полтора осталось до чемпионата мира по короткой воде. Да, они не столь престижны, как по длинной воде, которая состоится в следующий год. Но все равно мы ждем приятных результатов от наших ребят. В частности, от Таню. Тане, у меня вопросов не будет, если у нее там что-то не получится. У нас основной период по выступлению закончился. Не поехать на чемпионат мира мы тоже не можем, так как ее должны там поздравить Международная федерация ФИНА. Думаю, все равно достойно покажет себя. Это то, что вот ближайшее. А последующие, опять говорю, это подготовка к Универсиаде. Мы сегодня встречались с ректором Института физкультуры науки Вячеславом. И он готов полностью поддержать пловцов в подготовке к Универсиаде, что меня очень сильно тоже порадовало. Понятно. Спасибо за участие в нашей передаче. Еще раз поздравляем с этим большим успехом и желаем новых побед и в будущем. Спасибо. Спасибо.